Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к войне с Украиной? Очень плохо. С российской стороны очень плохо, что они развязали войну. Очень. Что Россия развязала войну. Очень плохо. Очень. Это очень печально будет для нас. Мы приграничная зона, тем более. Это очень неправильно. Со стороны нашего правительства очень неправильно. Очень негативно. Желаю скорейшей смерти Путина. Вот быстрейшей. Конечно, может быть, это и неприлично так говорить, но скорее бы он умер. Ой, ну я вообще к войне плохо отношусь. Ну, раз нас принудили так, я за то, что президент наш ведет себя правильно. Это вы хотели услышать. Я поддерживаю. Очень плохо относимся. Ну, правда, плохо. У нас есть дети, у них есть дети. Ну, никто из нас не хочет войны. Поэтому тут, мне кажется, больше не надо говорить. Я поддерживаю Путина. Ну, негативно, естественно. Как и ко всем таким операциям. Ну, наверное, этого было не избежать, это нужно было для чего-то. Но, в принципе, естественно, я за мир, вот, чтобы не было жертв, особенно среди гражданского населения. А кому это было нужно? Нашей высшей политической власти, элите, так скажем.